Здравствуйте, дорогие друзья! Я опять сегодня в своей теплице. Огурчики у меня подросли заметно. Уже появился первый настоящий огурчик. Вот он. Подвязывала я огурцы под самый верх, и вот уже какие хвосты выросли. Сегодня я их подвяжу еще чуть повыше. И надо мне окучить стебельки. На стебельках растут маленькие корешки. Уже их надо прикрыть, чтобы силу огурцов было больше. Сейчас мне моя помощница Александра подержит телефон, поснимает, а я покажу, как я буду делать. Итак, я просто беру вот эту веревочку, к которой привязан огурчик, и вот так вот вокруг растения по спирали ее обмотаю. Ничего больше завязывать не буду. И вот огурчик опять у нас подвязан за верхнюю часть. И теперь я его немножко окучу, чтобы стебельки были потолще, чтобы образовалась хорошая корневая система. И чтобы нашим огурцам было хорошо. И также я проведу небольшую работу сегодня с помидорами. У меня тут их, как вы помните, несколько сортов. Вот этот сорт кураж, его посынковать не надо. А вот тут у меня растет мечта лентяя. Надо будет удалить пасынки. Давайте посмотрим. Вот. Вот пасынок у нас растет. Мы его удалим. Я просто прищипнула, оставив маленький столбик. И также я помидорчики окучу. И на сегодня, наверное, в теплице у меня работы все. До свидания.